Друзья, я всех приветствую, вы на канале «Попади в десятку», меня зовут Евгений. Сегодня на обзоре у нас страйкбольный пистолет от компании V, Glock 18G Force. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией V и относится к виду страйкбольных пистолетов. Боевым прототипом выступает Glock 18. Пистолет стреляет пластиковыми шариками калибром 6 мм через гладкий ствол в полуавтоматическом режиме. Для воспроизведения выстрела его необходимо заправить гренгазом магазин, который вмещает в себя 24 пластиковых шарика. Также производитель добавил blowback и затворную задержку после последнего выстрела. Для прицельной стрельбы предусмотрены штатные мушка и целик с фибероптическими нитями. Тип ствола будет гладкий, общая длина пистолета 202 мм, из которых 90 это длина ствола. Затвор обозреваемой модели выполнен из металла, а рамка из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему образцу 833 грамма. Из особенностей данной модели выделяю наличие направляющей пикатинни на нижней части корпуса. Также данная модель имеет возможность стрельбы в автоматическом режиме. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 100 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для того, чтобы приобрести данную модель, не потребуются дополнительные документы, разрешения или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный Glock, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч.